Всем доброе утро. Вот вышел из утятника. Уточки у меня уже начали все-таки нестись. По 5-6 яиц в день. Ну, вечером сейчас еще кто-то полуденное снесется. В основном вот до 8 часов утки несутся. Если куры до 12 часов у меня несутся основной объем, где-то с 8, с 9 до 12, то утки у меня, я прихожу кормить их в 7 часов, 7:30, яйца уже лежат. Но погода у нас замечательная, вообще солнце светит. Они все, вон я им кидаю уже на выгул корм, зерно, мешанку раскидываю. Они вот клюют, поклевывают с удовольствием, гуляют. Им приятно, он и царь, да, сторож. Гавкает по вечерам здесь постоянно. Все, птица перезимовала. Я им вон в ванную воду наливаю. Они купаются, отмываются, приводят себя в порядок. Так как у них сейчас брачные игры, они вот перед ними, после них обязательно купаются. Но яйцо я отбираю, то, которое покрупнее. Вот сынуля тоже пыжится. Ну, мелковатый он, конечно, по сравнению с папаней не сравнить. Но и все-таки это в зиму они у меня. Сентябрьское яйцо, поэтому недополучал питательных веществ и солнца. Яйца, как я сказал, утиные. Так как уточки у меня разные, и понятно, что от мелкой утки крупное яйцо никогда не будет. Поэтому я, конечно, калибрую яйцо на инкубацию. И тем более сейчас начали нестись, в первую очередь, самые сильные утки. Поэтому данное яйцо я, безусловно, проинкубирую. Как вариант, я оставлю себе этих утят. Но это по моему мнению. Я могу ошибаться. Может быть, просто пришло время, конечно, и они начали нестись, определенные утки, по природе, по сезону. Но я считаю так. Но это мое мнение, я могу заблуждаться. Поэтому, если, конечно, я наберу полный инкубатор, так как по 6 яиц в день, у меня уже сейчас лежит, по-моему, 13. А, нет, ошибаюсь, 16 яиц, по-моему, уже. И вот еще 5, и что будет вечером. Но я инкубатор быстро наберу. Главное теперь его сделать. Сделать и зарядить. Все, пошел я дальше, по огороду пройдусь. Сейчас посмотрю, как у меня там грибы растут. Зимние опята, да, Индюлька? А, Индюлька, да, ты говорливая. Но все, побежал я дальше, дела делать сегодня очень много дел. Я уже понимаю, что каждый день я не смогу выкладывать по ролику даже. Буду стараться, конечно, потому что сейчас дел у нас прибавится. До следующего видео. Всем удачи в птицеводстве и не только в птицеводстве. До свидания.